А перед началом этого видео хотелось бы порекомендовать группу клана Electric Beast. Клан активно занимается КВ. Здесь они делают уже набор. Как вы видите, здесь вот есть обсуждение, здесь вы заходите в КВ. Если у вас есть свой клан, то вы можете сразиться с ними. Здесь все вот это дело заполняете, а потом вот здесь пишите сообщение. Также, если вы хотите вступить к ним в клан, а это клан, хочу сказать вам, топ-6 СНГ, как мне говорил создатель клана. И вот, здесь вы заходите в это обсуждение, и здесь вы пишете вот все это вот это дело, чтобы вступить в клан. Клан еще только создался, я об этом деле еще не очень-то и знаю. В принципе, вот здесь правила даже написаны в группе, если что, обязательно прочитайте во все это дело. И ссылочка будет, разумеется, в описании. Очень хороший клан, постоянно занимаются КВшечками, публикуют свои победы. И также вот они проводят иногда тренировки, вот расписание тренировок. Ссылка будет в описании, если что, вступайте обязательно. Дуэль, давно у нас дуэли не было, решил я, короче, тут, ну, сделать подбор дуэлянта, и вот тут же попался мне челик, вроде бы, как тебя там зовут? Я уже забыл. А, Лёша, приятно, Лёха. Ну, так сказать, я уже с ним, ну, познакомился, и вроде бы... Модератор или что там, создатель группы с 10к подписчиками, да? Да, покупался. Ага. Ну, решили мы снять на Бревери, потому что, ну, сейчас на данный момент эта карта, ну, одна из тех, кто, ну, вообще принадлежит для дуэли. То есть, мне надоело играть постоянно на бюро. Я решил поиграть на Бревери с АВП. А, еще, ты же согласен, то что, ну, на ПК как бы. Да. Чтобы не было потом вопросов. То, как вы назад? Телефон от ПК, нечестно. Да. Нупс, ПК. Короче, очень много. Наверное, возникнут некоторые вопросы. Почему я вообще не снимаюсь на телефоне? Потому что это, во-первых, невозможно. Потому что либо будет собеседника не будет слышно, либо не будет слышно, не знаю, там, звуки игры. Но это реально очень фиго. Поэтому и слава богу, что я с ПК до этого снимал постоянно. А так, если честно, я сам в игру не играю вообще практически. Я снимаю только сам Critic Ops, а играю я совсем иное. Ну, сколько можно. С того уже тут прыгать. Тихо, ты не попадешь, не бойся. Блин, вот у меня вот скилл в этой игре просто, не знаю, упал до краев. Ты меня не заметил. Я за забором был. Вот здесь вот. Да. Даже не заметил, как ты перебежал. Вот именно. Так, тихо, спокойно. Нет. Спокойно. Так, хватит стрейфить там. У меня вот в игре просто скилл упал. Конкретно причем. Ну я соглашусь, то, что я нуб. Я же на ПК все же. А на телефоне я просто, ну, не могу записывать никак. У меня хоть и там, не знаю, 60 FPS будет, но прикол-то в том, что у меня ничего не записывается. Если я буду записывать микрофон, звук микрофона, то не будет записываться звук собеседника. Сам вот звук игры. Ну, это просто чисто невозможно. Еще не придумали такого, что это возможно. Это нужно уже через комп делать или что-то типа такого. Блин, ну у меня капец, нужно новую мышку покупать. Ну вот или то же самое, как фриз, просто на телефон максимум снимать, только открытие кейс. А, ну это да. Нет. А, блин. Вот ждет, ты знаешь, смотрит на меня и ждет, пока я там, не знаю, допрыгаюсь или присяду. Я жду, когда ты приземлишься, чтобы Ну, дождался. Я же попал. Просто, нет, не попал. Ну, видишь, у меня 100 хп, ты не попал. Охренеть. Надо потом еще про прицелы снять видео. Кстати, реальная идея. Я в тебя попал? Нет, не попал. А, попал. Нифига, да, хэдшотик целый. Еще 4 минуты.
В принципе, я могу вот так вот и проводить дуэли, потому что дуэли, они слишком много времени занимают. Я вообще не понимаю, как вы смотрите 10-минутные или 20-минутные ролики, но это же реально нудно. Но людям заходит, и я рад. Но хотя бы так вот уменьшить время, вообще боли. Да ты перестань, ты уже там. Ты все равно не попадешь. Я в тебя попал, да? Да, у меня 5. Я слышал звук. Но скопы мы хотели записать, но у него с скопами очень плохо. Так, ладно, дай мне перезарядиться, тихо, спокойно. Да, я тоже пойду перезаряжусь, знаешь. Ага, офигел тут. Притык не можем попасть. Я вообще ноускоп. Я тоже. А чё скоп? Да иди сюда уже. Ай. Ладно, я пошел отсюда. Нет. А чё ты скопил, да? А, не попал. Последний патрон. Последний патрон, я понял тебя. Ну только я бы пока перезаряжался. Это просто была долгая битва. Будем играть еще 2 минутки, в принципе, все. Опа. Конечно, с телефона. Такие звуки. Такие звуки, как будто женщина, блин, вскрикнула. Ой, здрасте. Жесткий аимыч. Опа! Но это я про него. Стоп. У тебя шея очень сильная. Опа. Тебе плохо. Я не могу двигаться. Ты серьезно? Да. Тебя убить? Попробуй. Только попробуй. Это звучало как угроза или соглашение? Только попробуй. А, понятно, как угроза. А, это наш... Да блин, я-то думал, ты там выйдешь. Че ты будешь-то? Все, наконец-то я отстрял. Ну-ка, уходи отсюда. Ой, до свидания. А, нет! На, нафиг! Ты понимаешь, ты прыгнул в последнюю миллисекунду, она прям около блока пролетела. Ну, вот так вот. Ну, получается, все, изи каточка. Опа, почти попал, ну прям почти, но это просто незабываемо. Так, тихо, спокойно. Тихо, спокойно, я за ящиками хочу прятаться. Да, вот сейчас вот сквозь тебя пролетел, а сейчас не сквозь тебя. Сейчас, вот, не знаю, согласишься ли ты, то, что вот то же самое обезвредить, минус в том, то, что, ну, Critical Ops, это же, можно сказать, клон просто CS, правильно? Нет. Ну, почему нет? Ну, она похожа, а сам-то это не клон. Ну, почему тогда Battlefield это не клон CS? Там же тоже там оружки, там много чего там схожего с CS. Там же нету заплантить бомбу там и так далее. Есть, есть. Ну, я не играю в батлу. Но просто минус в том, что тут бомба, она подсвечивается. То, чтобы сразу не так показывает, где она. Ну это да. Но это же Android. Здесь понимаешь, как людям вообще играется. Это то же самое, вот здесь с радаром фишка, это вообще, это лучше, что придумало человечество. Вот когда стреляет враг, такой на радаре отображается, все, найс, изи. Все, ВХ. Да-да-да-да-да, в принципе. Не знаю, почему я на пабликах с АВП вот, ну просто, ну не могу, а на ранговых играх, ну более-менее. Ой, все с калашами обходится и так. Ладно, ребят, давайте на этом заканчим. В принципе, на этом дуэли закончились. Ну, конечно же, я победил. Я бы с радостью, ну, некоторые говорят даже, что я подбираю вот прям вот специально именно самых слабых. Вот я выбираю всех на рандом. Пожалуйста, ребят, не обижайтесь. Те, кто хотят со мной дуэль, то, пожалуйста, записывайтесь на заявку. Заявка будет, короче, в описании под роликом.
Там будет, короче, заявка на то, чтобы вы, типа, ну, написали там свою заявку. И в скором времени я рандомного челика выберу для дуэли. И тогда уже посмотрим. Так, ты чё тут делаешь? Вот здесь просто рандомочно, короче, без скопа. Короче, ребят, на этом все. Не забудьте обязательно поставить лайк и подписаться на канал, потому что, ну, я, короче, до этого болел и наконец-то разболелся. И могу теперь нормально записывать ролики и, разумеется, стримить. На этом все. Всем желаю удачи и всем пока-пока.